В поселке Загорянский полным ходом идет благоустройство дворов. Здесь, на улице Ватутина, у домов номер 33 и 34А заменили асфальтовое покрытие, отремонтировали тротуары и подходы к подъездам, а вскоре высадят сирень и установят лавочки. На очереди обновление двора домов 35 и 36А и благоустройство территории возле домов 102 и 103 на улице Ватутина. Работы проводятся в рамках региональной программы формирования комфортной городской среды. Их завершение запланировано на конец сентября. В этом году запланировано благоустройство 9 дворов. Например, в поселке Фряново на улице Поварова, рядом с домами 57 и 57А, а также в Монине на улице Южной возле домов 3А, 5 и 7. Работы уже начались. Евгения Корытько, Ярослав Трубин, Щелковское телевидение.